В обществе традиционно принято соответствовать стандартам красоты и гендерным стереотипам. И не принято слишком выделяться, носить яркий макияж, быть эпатажной, громко выражать свое мнение. В общем, быть слишком не такой, как все. А не слишком много слишком? Нет, не слишком. Ведь ты этого достойна. L'Oréal Paris уже много лет развивает коммуникацию Woman Empowerment, раскрывая тему расширения прав и возможностей женщин, независимо от их возраста и цвета кожи. И манифест в поддержку новой туши Bambi Oversize Eye стал следующим громким шагом легендарного бренда красоты. Девушка Bambi Oversize Eye знает, чего хочет, и уверена в себе на все 100. Она хочет выделяться, поражать и быть не как все. В ролике-манифесте приняли участие актуальные инфлюенсеры в дерзких и провокационных образах, танцовщица Жемал Курбанова, фотомодель Диана Каркунова и блогер Татьяна Старикова представили свое нестандартное прочтение женственности в стиле «нет, не слишком». Но нам было недостаточно одного манифеста. Поэтому бренд провел интегрированную кампанию, чтобы собрать как можно больше девушек, готовых бросить вызов стереотипам и смело ответить «нет, не слишком». Инфлюенсеры предложили поддержать идею компании своим подписчикам и запустили флешмоб. Фолловеры могли загрузить свой UGC-контент по хэштегу или сделать репост манифеста. В Instagram и TikTok девушки разбивали надпись «нет, не слишком» одним взмахом своих ресниц, а также украсили эффектным стикер-паком свои сторис, демонстрируя свои уникальные образы вместе с неоновым маскотом Bambi. Переходя в ритейл, можно было больше узнать об уникальных свойствах туши и сразу же приобрести ее в Яком. Ресницы слишком длинные, макияж слишком яркий. Как часто девушки и женщины слышат этот вопрос в свой адрес? Мы в L'Oréal Paris считаем, что нет, это не слишком, и в целом нет ничего слишком, если тебе это комфортно. Наш бренд уже более 110 лет поддерживает женщин, и в компании Bambi Eye Oversized мы в очередной раз высказали свое мнение против стереотипов в сторону женщин. Да, и Woman Empowerment проявился не только в креативе. Клиентская, агентская и съемочная команда состояла на 99% из девушек, что позволило создать компанию, которая получила суперпозитивный отклик у женской аудитории. Результаты оказались по-настоящему бомбическими. Общий охват компании в Digital более 30 миллионов. Видеоманифест собрал более 3,5 миллиона просмотров на YouTube. Был поставлен рекорд для своей категории. 1,5 миллиона пользователей досмотрели ролик до конца. Бренд Lift показал плюс 17% Cat Recall, а намерение к покупке было выше на 6% по сравнению с обычной коммуникацией бренда. Компания позволила новой туши Bambi стать номер 3 по продажам на рынке и номер 1 в портфеле продуктов L'Oréal Paris. Но главное, бренд вселил уверенность в девушек, что у них есть полное право на свободу самовыражения, и они могут не зависеть от мнения окружающих. Вы спросите, а не слишком ли это много для компании новой туши? Нет, не слишком.